Как дела? Секрет. Ну, что им, во-первых, здесь очень нравится. Угу. Мы приехали сюда за новыми впечатлениями, поэтому впечатления устраивают. Устраивают, да. Здесь не было бы еще интернета, было бы вообще замечательно. А мы передадим на руководство. Да-да-да. Я целый год жду этого момента, когда мы окажемся здесь. Невероятной энергетикой. Получаем такие знания. Это возможность вживую общаться с такими мэтрами, мнениями которых, ну, я как педагог очень дорожу. Как-то сюда мы ездим подготовленные на максимум, а не ездим обкатывать свои программы. Приходили с готовыми постановками, скажем так, в голове. Здесь мы творим прямо вот в классе вместе с хореографом, с балетмейстером. Номер такой, в котором они должны быть, скажем так, со самими собой и предлагать как бы свои версии, то, чем они живут. Ну, и это здорово. У нас будет постановка. Постановка, да. У кого? У Самохвалова. А чем отличается его постановка от постановки, которую вы делаете дома? Ну, тут она более необычная. Веселее. Он здесь смешной. Можно посмеяться. Да. А дома нельзя посмеяться? Нет. А вы что, вы такие серьезные дома? А вы из какого города? Из Кирова. А, вы там серьезные. Да. Раз, два, три. Амедесва! Дети. Шикарно, великолепно. Они понимали, что едут, им будет сложно и интересно, но что будет настолько интересно и весело, и при этом сложно, не ожидал никто. Я и их открыла с неожиданной стороны, и себя открыла с неожиданной стороны. Очень интересно смотреть за работой педагогов, как они открывают детей. Исподволь. То есть дети даже не понимают, какие они могли быть открытые, яркие, интересные личности. Сказала, в стрессовой ситуации находится, когда не дома, не в родном зале все это происходит, постановки класса, немножко это по-другому, как говорится, дома и стены помогают, а здесь немножечко даже как бы все это сплочает, их объединяет, и они немножечко взрослеют, все делают сами, все они сами, и поэтому все очень даже почему же срастается, получается, они на этом взрослеют. Summer's come, spring is gone, life goes on and I'm just bored to tears.